сегодня, походу, заключительно по катушке 24-го года. Вот Денис. Вот остальные товарищи. Второй оператор. Где наш Анатолич? Анатолич, Анатолич. Вот еще, 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 еще. Он красивый, мега красивый. Ну что, каскадеры, здорово! Здорово! Что, какая сегодня программа будет? Блять, ну ты. Типа до обеда и потом, блядь, нахуй, да? Блять, я тебя через верх подобью, блядь. Что нажать? Заебало этот Осман. Что ты хочешь? Как включить эту хуйню? Какой айфон? Посмотрите вот на него. Это фотка до. Такой красивый весь, чистый. А? Такого контента еще не было. Мы прям только отъехали. Нормально разложился, походу. Прыгнул, наверное, не знаю. Не, на мокрой траве, наверное. Там чуть не пережал тормоз, все. Ты в прошлый раз справа, помнишь, как-то легко проехал? Не, вон там. Тут скользко, может, не надо. Может, да вы ёбнитесь. Тут скользко, хлопцы, не надо, я вам говорю. В смысле? Мы тут проезжаем. Так сухо было. Да вы ёбнитесь. Стой, стой, стой. Дениса потеряем, хлопцы, не надо. Скользко, ну. Поехали в объезд. Или брод найдем. Мы не переедем, вы ёбнитесь. Ну, прокатить только. Давай, что ж горело. Это реально, ну. Или пизда чему. Все, писал, берет. Давайте. Ладно, хоть не Денис, смотри. Ну там, блядь, подтолкает. Да? Ну, совсем другое дело, ты скулы. Главное, чтобы сам не стартанул. Столько людей выдержит этот мостик. Вот это уже другой вопрос, да. Что-то они там слишком много.
легендарно. Что, не можешь, ты что, въехал? Товарищ? Я, да. Бля. Стремно, блядь, пиздец! Как ты на ней заедешь, я не знаю. За квадр тянет. Тоже за квадр надо. Или воду. Какой? А. Этот, синий. Если он заложил, как вытянешь? Я думал, он остановится перед горкой, но он... Я в Горотексах, я пиратор. Смотри, как красиво работает. Все. Видишь? Ага. Не останавливайся. Там резины у него вообще нету. Как он заедет? Надо лебедку. Давай его как чемодан возьмем. Давай, давай. Толкнем давай тебя. Нету главного звена. Ты подъедь просто, тебя засыпет. Он, видишь, стянул на тормозах. Цепь бросает. Нет, я тормозу. Вообще не могу. Такая отличная погода, просто. Скоро у нас будет как в Турции. Солнце. Отличная компания, много мотоциклов, квадроциклов. Кто-то уже утопился, кто-то не утопился. Ну вообще супер! А еще сколько километров впереди! Прям вообще кайфы! Так что не сидите дома, покупайте эндуро, квадроцикл, багги, хоть что-нибудь! Кому первому? Ладно, давай сюда попробуй. Не, подожди, я за колесо.
ты, ё-моё, Анатолич! Газу дай! Ой. Красиво! Пойдем помогать этого. Так. Я в ахуе. Да, у нас есть план, мы будем его придерживаться. Сейчас кульнется нахер. Ну, вот спереди это... там зацепился, наверное, либо перетерся. Вот этот вот надо... Это здесь погнули колеса, нет? Колеса дальше. Спасибо!
был. Экшон. Багажник в одной стороне валяется, люди в другой стороне. Четыре мотика. Четыре? Упали? Прямо у меня. Квадрика багажник. Сначала слева двое. Вот тут багажник валялся, смотри. Правостопор здесь. Потом справа еще стучался. Справа падали страшнее, чем слева. Так а куда мы летели? Туда, в канал? Это вот здесь, вот они здесь, вот. Там же мостик, там пешком идти, да? A few moments later. Мы доехали в Люксу. Давайте, хлопцы, давайте, напрягитесь. Молодцы. По прямой. Надо квадро первый, чтобы топтал. Ну, я не факт, я назад не поеду. Через час поехали назад. A few moments later. Ha ha ha!
Что ж говорил? Бля, офигенно. На передаче. Нормальная канава? Ну здесь да, там нормально. Поднимай его. Поднимай. Это жопу порвал, блин. Походу до крови даже. Зяб, что? Там он сух сбоку торчит, вот бля. Это. Я в него внутренней части. О-о-о. Прям нормально там.